Извините, после сеанса с Давидом у него появился и дневной сон, он может и днем поспать, и вечером он к 11 часам уже засыпает. Что еще могу сказать? У нас пошли сдвиги, он начал понимать, он начал обращать внимание, когда к нему обращаешься. Есть он начал, он раньше совсем не держал ложку, как бы мы его кормили с ложки. Он начал сядет за стол, ему нальешь супчик, он сам может взять ложку и сам поесть с ложкой. И у меня просто радость, я не знаю, и хочу сказать огромное спасибо Давиду за то, что он помогает нам. С удовольствием будем получать еще в дальнейшем сеансы Давида. И вас, родителей, тоже, если вы смотрите сейчас, тоже думаю, если у вас есть такие детки, аутисты, обращайтесь к Давиду, он вам обязательно поможет. Еще раз спасибо большое, Давид. Спасибо вам огромное.